Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас, девочки, узнайте, почему же вам не будет скучно в ближайшие дни? Ну, потому что, во-первых, у вас какое-то торжество, праздник, что-то вы будете праздновать, отмечать, может быть, юбилей, день рождения, не обязательно ваш, может быть, чья-то свадьба, а может быть, это ваша свадьба будет в ближайшие дни. Также встреча с друзьями, родственниками, может быть, еще и корпоратив, конечно же. В общем, действительно веселье. Дальше еще знакомство. Или встреча с каким-то мужчиной, мужчина шатен, с голубыми или зелеными глазами, обаятельный, очаровательный, добрый, щедрый, заботливый. Возможно, моложе вас, если вы значительно старше 35, то будет младше вас на год, на два. Вот такой, собственно, мужчина. Вот. Но для кого-то, да, будет знакомство, для кого-то еще может быть, девочки, признание в каких-то чувствах, то есть или проявление чувств со стороны вот такого мужчины шатена. А вот. И не обязательно это ваш мужчина, то есть может быть это ваш мужчина, который будет вам объясняться в чувствах, да, а может быть для кого-то это будет новое знакомство, причем независимо от формата ваших взаимоотношений. Вот. Ну, еще что я тут вижу? Любимая работа. Работа в удовольствии. Начало работы для кого-то возможно. Для кого-то начало своего дела. То есть, помимо работы, может быть, займетесь каким-то своим делом. Или, может быть, подработка. Но именно в удовольствии. Ну, и плюс ко всему, улучшение материального положения. Какие-то выплаты будут. Да? То есть, денежки вам какие-то придут за какую-то работу прямо в ближайшие дни.